Кустанайская область – одна из лидирующих в Казахстане по охвату детей дошкольным образованием. Он превышает 90%. Однако общую статистику в этом году портят новые требования государственной программы развития образования. В ней прописано, что мини-центры, а таковых в нашем регионе почти 500, должны переходить на полный день пребывания. Из них более 88% находятся в сельской местности. Это имеет свое объяснение, так как на селе нет потребности перевода данных центров на полный день и делает их затратными для сельского жителя. Посещая мини-центр с краткосрочным днем пребывания, ребенок получает необходимые знания для подготовки к обучению в школе и опыт социализации. Из общего числа мини-центров в Кустанайской области 75,5% рассчитаны на полдня. Но в региональном управлении образования выступают с предложением подходить к смене режима работы каждого мини-центра индивидуально. Поручаю управлению образования подготовить предложение Министерства образования и науки с четким обоснованием нерентабельности перевода мини-центров с краткосрочным пребыванием детей на полный день, тем более в сельские местности. Мы же понимаем все эти вопросы, поэтому надо посмотреть. В ближайшие дни управление образования Кустанайской области подготовит анализ востребованности услуг мини-центров по каждому району. Полученные данные будут собраны воедино и направлены в Министерство образования и науки. Алексей Басарнов, Наталья Луговская, Ярослава Богатырева, РТН.